Дорогие друзья, всем привет! Вот такое вот неожиданное возвращение, так сказать, меня на YouTube. Карантин сейчас наступил, никакого спорта нету, снимать нечего. И вот я решил попробовать себя в FIFA. Так сказать, попробовать напилить вам годненького контента. Сегодня у нас в программе открытие пакцов за Викенд-лигу. Но отмечу, что эту Викенд-лигу я играл не сам, за меня играл мой хороший знакомый Артём. Ссылочку на него оставлю в описании. Ну что, погнали открывать. Сначала получим награды за дивизионы. Берем бесплатные паки. Надеюсь, что здесь шансов будет чуть побольше. Так, переходим теперь с награды за FUT Champions. Буквально часа два eSports перестала давать пики. Непонятно из-за чего. Если так ничего и не дадут, то придется выпускать ролик так. Да, пиков, к сожалению, нету. Поэтому будем открывать так. Совсем забыл сказать, что есть еще пак с гарантированным тотсом, которым я собрал буквально вот сегодня утром. Что, поехали? Начнем, наверное, сначала здесь. Так, смотрим. Абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Даже не было створок. Тот же самый пак давайте попробуем. Опять тоже ничего. Скипаем поэтому. Достали уже эти игроки из камнебола. Ставь лайк, если тебя они тоже тебе поднадоели. Ну, еще туда же залетим. Смотрим. Хоть в одном-то паке в этом. Опять, небось, конь. Да, камнеболовский скипнул. Там на последнем моменте увидел. Да. За дивизион я не стал продолжать играть после Артёминой ВЛ. Но здесь вот, может быть, хоть что-то будет уже. Нет, ничего здесь не будет. Поэтому очков столько же и осталось. Быстрая продажа, все равно бесплатная на него, как бы пофигу. Ну и самое интересное, надеюсь, хоть в этих паках что-то будет. Это что такое было сейчас? Розовое свечение, Уэльс, ЦП, Аарон Рэмси. Да, Аарон Рэмси, ну, хоть что-то. Вильям Карвали, еще Решфорд, Зума. Очень даже неплохой такой пакетик-то. Этих мы всех отправляем на быструю продажу. Смотрим. Зависание есть. Немец, кто же это у нас? Гнабри какой-нибудь? Ну да, Гнабри. Ну, более-менее, два игрока 84+, это не очень плохо довольно-таки. Тадич еще. И, как всегда, дохренище просто игроков из камнебола. Халлер. Можно, кстати, в список продаж, так же, как и Дефреля. Вот. Ну и теперь самое главное. Пак с гарантированным тотсом. Ну что же здесь будет? Франция! ЦФД Бензема. Слушайте, а это неплохо, кстати. Это очень даже годный контент. Так что ролик точно выйдет, дорогие друзья. Бензема это вообще топчик. В принципе, я доволен. Ожидал на самом деле худшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Потому что как только карантин закончится, я окончательно вернусь на YouTube, продолжу снимать FIFA. Также открытие паков, если вам этот формат зайдет,
Ну и само собой, влоги будут. С вами был Фото Пономарёв. До скорой встречи. Пока. A few moments later. Воу-воу, друзья, подождите, не уходите, подождите минуточку. Тут все-таки на следующее утро Е решила решить нашу проблему и добавить нам заслуженные пики. И давайте быстренько их откроем. Ух, мне сделали золото 1. Получается, у меня 2 выбора пика по 4 игрока. Ну, давайте посмотрим. Начнем с первого. Очень хочу испанских игроков, желательно опорника. Конечно же, Гризмана, всеми любимого Леонида Месси. Погнали. Кто же здесь будет? Облак, Кильнич и Мариано. Здесь вот не вижу, потому что у меня камера стоит. Жерард Морено. Ух, я даже не знаю, кого брать, если честно. Давайте возьмем Жерарда Морено, потому что, хотя, облак, вратарь. Даже не знаю, кого брать, если честно. ППшник мне, конечно, больше нужен, чем вратарь. Хотя облак, ну ладно, давайте возьмем его. И еще один пик последний. Терштеген. О, Лукас Перейра. И там не вижу. Опять же Жерард Морено. Надо было брать все-таки облако. Да. Ну ладно. Возьмем Терштегена. Или нет? Да, ладно. Давайте пусть будет вратарь. Лишним не будет. Еще раз всем спасибо за просмотр. Теперь точно. Всем до скорой встречи. Пока.